Петров, трусливая сволочь! Обложился роботами в 10 слоев. Он пытается выжить. Но вы правы, товарищ майор. Из театра ему бежать больше некуда. Много патронов и хилок. Шанс. Нет, а мы сейчас шанс. Будем звездочкой его убивать. У нас другая тактика. Ебучий будем пытаться убить его звездочкой. Едва не вкачанный на максимум. Мне даже убить спасибо, его Серега. Нечем. Спасибо. Зато теперь выбавься оружие, товарищ. Попробуем майор. Со звездочки. Лишь охраняет вход. Театр нам не войти. Ну мы что, будем внутри через дорогой друг. Минут. С удовольствием покритаемся за все хорошее. Издалека. О, вы видите, как у него урон просто. Серьезно. Вы видите это? Так. Надо не забывать уворачиваться, а то знаете ли. Опа! Так, все, энергия кончилась. Никифор, привет! Спасибо большое за донат! Оп! Оп-оп! Ой, я не хочу сгореть. Давайте полечимся. Да-да-да. Да что ж такое-то, а? Сейчас он нас только убьет, мне кажется. Можно это? Здоровье, пожалуйста. Спасибо, Никифор. Да, что-то он озверел, все. Он башкой своей сжигает все. Еще и кидается всякой гадостью в меня. Ой. Лечимся. Надо больше двигаться, а то, знаете, увидела, что урона много наносится, и такая, ну, все, можно расслабиться. Опа. Ух ты. Почти убили. Опять башкой своей сейчас будет. Оп, 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 по попе, по попе, по попе, по попе. А! Ах, чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Ну ладно. Только не убей нас, пожалуйста, ради всего святого. Немножко осталось. О! Все! Все! Пипец! С первого раза звездочкой мы убили Белиша, вы представляете? Слушай, Overcraft, это просто, как-то говорят, имба, да? Офигеть! Я не думала, что это реально будет настолько легко. Вы помните, как меня замочил Беляш на прошлом стриме? Я его не могла убить. Я пыталась его с дробовика, с доминатора, с электрического пистолета, с калаша я его убить пыталась, с кассетами вроде бы я его пыталась даже убить. Нет, нет, вообще абсолютно ничего не работало.